Завершилась вторая смена детских досуговых площадок «Дети двора», а также подведены итоги работы во второй смене мобильного трудового отряда главы города «Будущее строим сами». На протяжении месяца три бригады, а это 45 ребят, под руководством наставников поддерживали чистоту на улицах города. За это время собран большой объем мусора. За вторую смену было вывезено 61 кубический метр мусора. Мы убирали все согласно плану, те же самые территории, которые были на первой смене, просто мы поддерживали чистоту. Директор «Современника» Ирина Комар поблагодарила коллектив Центра досуга детей и молодежи и ребят за результативный и продуктивный труд. Специалисты рассказали, что промежуточные итоги работы мобильного отряда подводились каждую неделю. По результатам были отмечены и награждены почетными грамотами 12 лучших бойцов. Я в МТО первый год, и мне очень нравится работать тут. Тут очень интересные ребята, бригадиры. Вот. Работа у нас нелегкая. Мне захотелось... Как взрослый человек хотя бы попробовать себя в роли, работать мне захотелось и получать зарплату как взрослый человек. На торжественном закрытии второй смены отметили работу и вожатых городской межведомственной программы «Дети двора». Владислава Левченко, как вожатая, работала с детьми впервые. По словам девушки, ей было легко находить с детьми общий язык. Дети двора прошли вообще на ура, мне так понравилось работать. Мероприятий у нас было много разных, начиная от зорничек, веселых стартов, заканчивая придумыванием разных театральных постановок, которые они очень любили. У нас было 3 кинопремии «Зверекс». Ребята, которые проводили летний месяц на детских досуговых площадках под руководством вожатых, также отмечают, что было интересно и познавательно. Мне понравилось больше всего вот то, что мы играем во всякие старты, игры, водяные битвы и то, что мы все дружно всегда играем. Мне на этой смене понравились танцы, разные мероприятия, как мы ходили в гармонию. К торжественному закрытию смены юные губкинцы подготовили музыкальные и танцевальные номера. А уже сегодня стартовала 3-я смена досуговых площадок «Дети двора». И еще 45 бойцов мобильного трудового отряда приступили к уборке городских территорий. Елена Новиченко, Сергей Парфимович, новости Губкинского.